Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. В этом ролике я буду скидывать деньги игрокам и просить вернуть их обратно. Мои деньги, если они будут их возвращать, я буду им давать 2 раза больше. Просить я вернуть деньги буду не всех игроков. Я сначала буду скидывать деньги своим подписчикам, которые вводили мой промокод. Но потом буду искать рандомных людей, скидывать им деньги, смотреть реакцию и просить вернуть их деньги обратно. То есть в этом ролике я и подписчикам буду помогать и буду проводить некий эксперимент на честность от других игроков. Я надеюсь реально на вашу активность, вашу поддержку, потому что видео реально получилось необычное и я потратил немало денег. Если вы на этом ролике реально покажете очень хорошую активность, то я запишу 2-ю часть, где уже сумма будет побольше. Поэтому все зависит только от вас, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал. Ну и конечно же не забывайте вводить мой промокод, потому что вы мне очень сильно помогаете делать подобные ролики, да и в принципе помогаете моему развитию, ну и также помогаете себе, потому что если введете мой промокод, качаете уровень, вы получите 350 тысяч. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Смотрите видео от начала до конца, потому что на это видео у меня ушло 2 дня, то есть 2 дня я его записывал и монтировал. Поэтому от вас реально хочу увидеть максимальную активность и поддержку. Как вы поняли, в этом ролике я буду помогать своим подписчикам. Я буду им скидывать деньги и смотреть, куда эти деньги они будут тратить. Каким образом я буду искать своих подписчиков, которые ввели мой промокод. Пишем команду /myrefs. И здесь мы можем посмотреть людей, которые последние вводили мой промокод. То есть сейчас я пробью по айдишникам этих людей, посмотрю, в игре они или нет. Кину им деньги и посмотрим просто на их реакцию. Давайте начнем по порядку. Вот есть Ахмат Акиев. Давайте посмотрим. Он, получается, зарегистрировался сегодня. Так, смотрим. Уровень 3, получается. Фракции нет. В принципе, аккаунт он создал сегодня. Он уже прокачал 3 уровень. У него, получается, уже есть автомобиль. Поэтому, ну, в принципе, нормально. Я думаю, нормальный кандидат. Самое интересное, я не знаю, сколько скидывать. Потому что, тоже, знаете, не хочу очень много скинуть. Не хочу мало скинуть. То есть, у него, допустим, вот есть машина. Давайте ему скинем, я думаю, 500 тысяч. Вводим его айдишник. 248. И скидываем ему 500 тысяч рублей. И сейчас посмотрим просто на его реакцию. Будет он как-то реагировать или нет. Так, он побежал к банкомату. А не, подожди, он снял бабки или нет? Ну да, у него было на руках 1900 рублей. И он, короче, снял 50 тысяч. И в итоге просто зовет на права. Окей, давайте тогда поищем другого человека, чтобы ему тоже скинуть деньги. Так, Даня Нестера есть, кстати, да, 22 ID. Так, он у нас работает, получается, на воинской части. И они что-то жестко срезают, я вам скажу. У него 4 уровень. Получается, фракция армия, 2 ранг. Наличный 148 тысяч. Банк 150 тысяч. То есть, в принципе, деньги у него как бы есть. Но не особо много, как бы 4 уровень. В общем, у него 300 тысяч. Давайте я сейчас пополняю деньги. Скидываю ему 500 тысяч рублей. Все скидываем. И давайте посмотрим на его, в принципе, реакцию. На данный момент у него в банке теперь 600 тысяч рублей. То есть, это реально неплохо. Это уже нормальные бабки. Можно там приорку купить заряженную, можно купить себе одежду, квартиру там и так далее. Но никакой от него реакции я в принципе не увидел. Остановись у магазина, тихо, пацаны. Так, он говорит, остановись возле магазина. Он, короче, бабки походу пошел снимать. Ему не верится. Вот этого я ожидал, пацаны, вот этого уже интересно. Так, давайте посмотрим. Так, 222, а магазин походу закрыт. Поэтому он не может, короче, посмотреть. Бля, ну он такой, я думаю, довольный тип, ебать. Чисто 500 тысяч прилетело на лапу. Я думаю, был бы я новичком, либо были бы вы на его месте, я думаю, вы тоже бы обрадовались на самом деле. Ну потому что, ну, 500 тысяч как бы на дороге не валяются. Да, их можно заработать легко с помощью промокода, либо там на какой-то работе, но в любом случае, я думаю, ему приятно. Вот, допустим, Данил Голова, 4 уровень. Давай смотрим, что он делает. 127 ID. Так, он работает, получается, у нас на шахте. У него уже есть 250 тысяч рублей. Я не знаю, если ему смысл скидывать бабки, может быть, он не заметит, как бы. Самое интересное то, что у него на шахте 13 FPS. Давайте, ладно, я ему скину бабки, чтобы он не страдал просто. Все, переводим бабки, смотрим на его реакцию просто.
И побежал, смотрите, ебать, попиздил сразу, смотрите, ебать, даже не ждал, смотрите, сразу. Видно, что у него лагает, конечно. И он сразу просто побежал бабки, походу, снимать, он просто охудел. Ну, и реально, мне его жалко, потому что у него 13 FPS на шахте. Скорее всего, у него максимально просто слабый компьютер. Поэтому, чтобы он не страдал, я ему просто скинул деньги. Реально, хочу посмотреть, чем он будет задебаться. Кстати, у него уже есть автомобиль, то есть, реально, пацанчик такой непростой. То есть, 4-й уровень, у него уже было 250 тысяч. И уже была машина, понимаете? Я предлагаю, знаете, что сделать? Сказать ему, типа, то, что я ему скинул случайно. То, что, типа, я ему скинул случайно и попросить его вернуть эти деньги. Мне просто интересно, вернет он мне эти деньги или нет. Перепутал просто. Должен был другу скинуть. Верни, пожалуйста. Блять, если он мне вернет, я ему еще бабок накину, пацаны. Сейчас проверим просто его на честность, блять. Вернет мне эти деньги он или нет, пацаны? Как вы думаете? Бля, он так, наверное, расстроился, это пиздец. Блин, мне мама говорит вывозить вот мой голос, чтобы честно. Вот мой голос. Вот. Я понял. Ладно, давай как-то завтра, хорошо? Ладно, хорошо. Понимаю, просто мама наругает. Я понял, ладно. А завтра во сколько? Ну, в обед где-то хотя бы. Часик дня где-то. А вот сейчас, сколько часов, чтобы нормально было? 18:10. 6 вечера, короче. А у меня вообще 8 часов. Так, значит... Да, 12. Хорошо. У меня будет 3 часа, у тебя 12 часа. Блять, ну, я не знаю, я вроде бы ему и верю, знаете, а вроде бы и нет. Мне, по сути, похуй на эти деньги, я думаю, вы понимаете, просто... Мне было интересно, как бы, человек вернет мне деньги, если я скажу то, что я случайно ему скинул. Самое интересное, как мы можем с ним встретиться, если у меня нет его номера телефона, и у него нет связи со мной. То есть, возможно, он рассчитывает на то, что я приду в банк Арзамаса в это время, но я завтра обязательно зайду в это время и посмотрим, сдержал он свое слово или нет. Опачки. Так, он работает на автобусе. 4-й уровень, пацаны. Вот это уже интересно. Ник, конечно, у него сложно для меня, потому что я долбоёб. Я английский вообще не знаю, слова совсем. Так, получается 21-й ID. Ну, давайте мы скинем бабки. 4-й уровень, у него есть 205 тысяч. Сейчас как бы их заводение, и походу он решил поработать. Переводим 21-й ID и кидаем ему 500 тысяч. Все, у него 682 тысячи на руках. То есть он полностью все деньги снял с банка, который я ему скинул. Я, кажется, понял, куда он держит путь. Он, короче, решил пойти дальше, просто работать на автобусе. Почему бы нет? Как бы, ну, не, молодец. Можно подъехать к нему и сказать то, что, как бы, я ему случайно деньги скинул. Реально, может быть, так сделать? И посмотреть, вернет он мне или их или нет. Так, вот этот, короче, автобусник. Братан, я тебе случайно деньги скинул. Можешь вернуть? Пожалуйста. Перепутал. Хотел другу скинуть. А, я понял, короче, меня нахуй послали, грубо говоря. Я сам новичок, мне тоже нужны. Бро, не будет ремкомплекта? Ремкомплекта не будет? Будет. О. Ебать, у него микрофон, это пизда, просто, блядь. Бедные мои уши, нахуй. Это пизда. Ёбаный в рот, как его потише сделать? Как он там? Ой, блядь. Я, конечно, в ахуе, блядь. Короче, тот типок в итоге нас наебал. Кстати, какой у него интересный уровень? Так, сейчас давайте посмотрим за этим пацанчиком на Патриоте. Может, ему тоже бабосиком скинуть, как бы? Вроде типочек... Спасибо огромное. Да не за что, братан. Ебать, у него микрофон, это пизда просто, блядь. Давайте посадим за ним. Так, 85-й, 4-й уровень, наличные 10 тысяч. То есть у него нихуя нету, короче. Короче, кидаем 500 тысяч на банк. Так, пополнить 500 тысяч. И давайте переводим вот этому замечательному молодому человеку. Так, 85-й айдишник. Наблюдаем, пацаны. Поебашил, Ебать, ты что, Валера, блядь, ты что ты делаешь? Надеюсь, его демага не откинул, потому что он вообще, ебать, полетел просто что ебнутый, понимаете? Прям люто полетел просто по встречке, по хую, ебать. 500 тысяч, ебать, скинули, мама, нахуй, я еду за продуктами. Но так, пацаны, делать нельзя, если что. По встречке не катайтесь, как бы, ну, за это могут...
Вот так вот, без вазелина, просто выебать и все. Ебать, он впиздил нахуй, даже машину не заглушил, понимаете, ебать. Что с людьми делают деньги, даже машину не заглушил, ебать. Просто упиздил, ебать, хуй пойми куда просто. Даже тачку не заглушил вообще, ебать. Похуй, ебать, 500 тысяч имеется, ебать. Валера, ты что? Глушить не буду вообще, похую. Не, ну он, конечно, кент, я не знаю, он уже по юшке катается минут 5. Ну реально, я не знаю, что он хочет. Он либо не понимает, как банкомат найти. Я реально не знаю, пацаны. Ой, ебать, пидорас, смотри. Ебать, гандон, смотри, вот ранит. Реально хуесос просто. Ебать, он в натуре банкомат искал, пацаны. Он в натуре искал банкомат, блять. Ну что ж, дамы и господа, вот наступил следующий день. Я считаю, то, что материала немножко маловато. И какой-то интересной реакции я, в принципе, не увидел. Поэтому я решил зайти и еще поскидывать деньги игрокам и посмотреть на их реакцию. Я сейчас буду искать подписчиков, не подписчиков. Просто хочу найти интересных игроков, от которых будет реально нормальная реакция. Давайте пропишем Арефс. Посмотрим, может кто-то зарегистрировался. На второй сервачок. Джуси, Джуси. О, да, есть, пацаны. Так, тихо. Когда он зарегался сегодня, в 12 часов ночи он зарегался, короче, у него третий уровень. Сука, я надеюсь, что он хотя бы нам даст хорошую реакцию просто. Так, Джуси, все правильно. Пацаны, вот реально, вводите промокодик, потому что если вам реально эта тема зайдет, то я буду выбирать людей из тех, кто играет на втором серваке, кто ввел мой промокод, и буду таким образом вам помогать. Возможно, в сериях, возможно, вне серии. Там в раз в недельку кому-то буду скидывать бабки, поэтому... Реально, пацаны, вводите мой промокод. Но я на самом деле в ахуе просто. Я ожидаю какой-то пиздатой реакции, пацаны. Если бы мне скинули бы бабки, я бы охуел, побежал бы сразу там что-то покупать, знаете. Но у них такого нету. Они берут, дальше работают, как бы ничем не занимаются. Для них это как будто, знаете, каждый день, ебать, 500 тысяч скидывают. Давайте ему скинем бабки. Я не знаю, будет ли он как-то реагировать. Не будет, блядь. Просто реально хочется пиздатую реакцию, понимаете? Чтобы человек, ебать, заинтересовался, как бы что-то там начал делать. Там какую-то реакцию. Акцию, может быть, чат выдал. Давайте, 104 ID, я ему скидываю 500 тысяч. Сейчас, короче, я не буду сразу к нему там как-то подъезжать, спрашивать. Сейчас посмотрим, что он будет делать. И потом я, возможно, к нему подъеду, попрошу его вернуть мне деньги. Если он мне их вернет, я ему дам в 2 раза больше. Он просто продолжает дальше работать, пацаны. То есть, я не знаю, ну как, блять, ну как можно никак на это отреагировать, понимаете? Вам просто с ниоткуда падают деньги, понимаете? И просто к нему подъеду, сейчас скажу, бля, братанчик, я там деньги, ебать, случайно тебе скинул. Я тебе случайно 500 тысяч скинул. Перепутал. Хотел скинуть другу. Можешь вернуть, пожалуйста? Сейчас сдам автобус, верну, конечно. Спасибо большое. Бля, реально он мне бабки хочет вернуть? Не, прям серьезно? Неужели, блядь, есть человек, который мне вернет деньги просто? Я ему накину бабок в любом случае. Там, короче, ты меня слышишь или нет, я не знаю просто. Короче, там вот заходишь сюда, там перевести игроку и вводишь мой ID. Вот информация. Бля, это получается единственный пацанчик, который решился... Мне реально вернуть деньги. Спасибо большое. На самом деле это была проверка. Я сейчас тебе скину в 2 раза больше денег. Я скидываю просто новичкам деньги. И как бы, ну, проверяю. Кто вернет, тому в 2 раза больше даю. 1 миллион, пацаны, мы скидываем. Все, держи. За твою честность, как бы. Честно заработанные теперь деньги. Желаю тебе удачного развития. Хорошей игры, чтобы тебя никто не обижал. Так, все, пацаны. Один пацанчик у нас прошел проверку. Реально молодец просто. Реально молодец. То есть он реально сдержал слово. Он вернул мне деньги. Опа, Джонни, так, у него есть бабки. Так, он едет, походу, на автобусы, да? Вот, давайте ему скинем. Мне кажется, бля, что все на автобусах работают постоянно? Я вот этого прикола вообще не понимаю. Так, у него в целом есть 200 тысяч, 4 уровень, фракции нет. Все рыжики, блядь, ебашат на автобусах. Не, ну красавчики, потому что в X2 можно хорошо заработать. Ладно, давайте его, короче, выберем. Посмотрим, что он, как бы, нам скажет. Так, банский счет пополнить, 256. Так, переводим, Джонни. Да, он, короче, работает на автобусе. Так, он заметил, он по-любому заметил, блядь. Бля, самое интересное то, что впереди едет человек, которому я только что скинул деньги. А сзади, блядь, едет человек, которому я перед этим скинул деньги. Так, вот этот Джонни, короче. Братан, стой. Ты меня слышишь? Это, я тебе случайно деньги скинул, можешь вернуть, пожалуйста? Я ID перепутал. Просто я хотел другу скинуть. И случайно перепутал. Спасибо большое. На самом деле, это была проверка. Короче, скинем ему сейчас бабки. Вот как бы... За твою честность, за то, что ты меня не обманул, как бы ты получил деньги. Ну ладно, удачи тебе там в развитии, чтобы тебя там никто не обижал там и так далее. Вот так вот, пацаны, как бы он не обманул, прям вообще красавчик просто, реально красавчик.
Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Конечно, каких-то классных реакций я не увидел, я думал, то, что, ну, будет реально как-то поинтереснее, может быть, люди будут как-то больше реагировать, что-то делать, возможно, что-то говорить, но, к сожалению, никаких таких классных реакций я не увидел. Но в любом случае, я помог своим подписчикам, поэтому, если вы также хотите немножко получить от меня помощи, то, конечно же, вводите мой промокод, возможно, именно вы в следующий раз получите от меня денежку. Все полезные ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но я повторяюсь, то, что если вы на этом ролике покажете реально очень хорошую активность, то я запишу вторую часть, где я буду тратить уже больше денег. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.